Друзья, всех приветствую. Итак, сегодня у нас на обзоре проект Flagstar. Вернее, не сам обзор проекта, а будем пробовать выводить с него деньги. 4 дня назад стартовал этот проект, я как раз записал первый обзор на него. На моем канале вы можете его найти. Ну, также я прикреплю первый обзор к этому видео, чтобы было понятно, как регистрироваться, как заводить деньги, ну, как обмен делать, в принципе, все. Я думаю, уже знаете, так как проект нашумел, в принципе, в сети он разошелся мгновенно, буквально за один день. Его заспамили настолько, что в одной моей группе, я не знаю, сколько начитал постов от разных людей. В общем, что я вам хочу сказать, проект стал популярным, достаточно популярным. По регистрации, в принципе, все просто. Имя пользователя, e-mail, пароль, подтверждаете пароль и отправляете. И на почту, по-моему, ничего не приходит. Сразу входите в свой кабинет и начинаете зарабатывать денежки. Кто еще не знает, здесь при старте дается бонус 30 ГХС. Можно это посмотреть, в принципе, все на главной страничке. Видим здесь, статистика есть, сколько сделано депозитов, сколько пользователей. И сколько уже выводов. В принципе, можно также посмотреть по калькулятору доходность. Кто-то у меня спрашивал. Допустим, если вы, давайте в долларах. Вставляем сумму, ну пускай 10 долларов. Вот, все расчеты можно посмотреть по статистике, какие идут расчеты. То есть в месяц это будет 4,2 доллара. Ну, грубо говоря, окупаемость 2-2,5 месяца. Тут еще зависит от курса валют и какую валюту вы добываете. В общем, давайте я войду в свой кабинет и, в принципе, продолжим. Итак, друзья, попали мы в свой кабинет. Кто может помнил, смотрел мой первый обзор. Здесь у меня было куплено мощности 337, по-моему, ГХС, что-то такое. В общем, докупил я еще мощности, немножко мне реферальных прилетело, ну, скажем так, развитие пошло. В общем, что, набрал я минималку, как видим, есть у меня на вывод. Просто такой, решил записать коротенький обзор по поводу, как проект платит, насколько быстро и платит ли вообще. В общем, давайте попробуем заказать первую выплату. Посмотрим в помощи, какая минималка у нас на остальные валюты. Так, значит, какая минимальная сумма вывода? Вот можно посмотреть. В принципе, сумма вывода небольшая. Это у нас будет всего лишь 100 тысяч сатош, 0,2 литкоина, 2000 догов, 0,1 эфир и 1 доллар. В принципе, я переключу сейчас майнинг, наверное, на биткоины и попробую подобывать биткоины. Как всегда, на проекте я проверяю самой минимальной валютой, как проект платит. Соответственно, потом я уже перехожу на ту валюту, которая мне выгоднее. На данный момент мне сейчас выгоднее биткоин, потому как курс его пошел немножко вверх. А дальше посмотрим, если эфир пойдет вверх, я здесь буду эфириум добывать. Так как я сейчас добываю эфириум у себя дома, да, на своей видеокарте, вы, наверное, уже знаете, смотрели два последних обзора. В общем, что, переключаю здесь майнинг с догов, нажимаем подтвердить и включаю я биткоин. Попробуем помайнить биткоин. Подтвердить. Все, есть, отлично. Майнинг переключился. Ну что, давайте попробуем вывести денежку. Буду я выводить на свой кошелек Dogecoin Core, который установлен мне на компьютере. Создал я специально под него адресок с пометкой, чтобы знать, откуда денежка будет приходить. Так, вот у нас Flagstar. Копирую. Нажимаем вывести. Так, доги, да, сюда вставляем кошелечек и нажимаем вывести. Все, появилась первая запись по поводу выплат. Сумма 2044 догов, мой кошелек, ну и пендинг, да, то есть в ожидании. Ну, не знаю, посмотрим, сейчас посчитаем по времени, сейчас 21:24. Насколько быстро платит проект. В принципе, что еще добавить по проекту? Ну, наверное, уже больше нечего. Кому что не ясно, в первом обзоре все показывал. В этом обзоре просто решил продемонстрировать вывод, насколько быстро платит проект. Кто не знает, как здесь работать с проектом, нажимаете купить. Вот ваши адрески для криптовалют. Также можно пополнить Pair и Perfect Money. В своем предыдущем обзоре я все показывал, как это делать. Есть минимальные суммы.
Также есть минимальные суммы на криптовалюту. Я бы не сказал, что они сильно большие. Даже по биткоинам 50 тысяч сатошно, я думаю, даже на кранах можно собрать. Да, чтобы попробовать свои возможности, скажем так. Рядышком колонка стоит обмена мощности. Можно здесь реинвестом заниматься. Это мои пробные, да, я пробовал, вот у меня литки есть, тут немножко долларов. Ну, можно все нажать, пообменивать, кому будет интересно. Ну и, соответственно, вот уже сатошки, да, мне начали капать потихонечку. Так что как-то так. Ну, кто уже знает, да, кто работает с этим проектом, бонус здесь будет у вас 30 ГХС давать. Можете попробовать найти бесплатных помайнить, но сразу скажу, если хотите заработать, на этих бесплатных вы ничего не заработаете. Здесь нужно вложиться, и вложиться неплохо для хороших заработков. Почему говорю о том, что проекту, ну, всего лишь 4 дня. В принципе, это для таких проектов это ничего не значит, потому как, ну, слишком мало времени, скажем так, для скама. Для скама еще далеко. А там посмотрим, если проект сильно хорошо зайдет, в принципе, так как Метизер зашел, да, в Метизере на старте, я думаю, те, кто вошли, много заработал. Там в 2, в 3 раза, в 4 раза окупили свои мощности. Тут все еще зависит от курса валют. Я смотрел, он здесь также прыгает, то есть администрация за этим следит и здесь меняет курс. В общем, с этим все нормально. Ну что, друзья, не буду задерживать вас и себя, да, всякими ненужными разговорами. Давайте просто поставлю на паузу и подождем вывод, посмотрим, через сколько платит проект. Ну, в принципе, на этом и закончим. Все, ставлю на паузу, ждем. Итак, друзья, вот наша первая выплата и прилетела. Факстар, получено 2.044. Идем в историю вывести. И вот она, статус окей. Значит, смотрим, что у нас по времени. 21.32. Я заказывал 21.24. То есть, ну, совсем-совсем чуть-чуть. Буквально, да, можно сказать, практически инстантом. Немножко с задержкой, с маленькой. В общем, что, проект платит, развиваемся дальше, наращиваем мощности и, соответственно, следим за курсами валют. Всем рекомендую смотреть, какая валюта попрофитней, такую и майнить. Следующее я, наверное, попробую доллары помайнить. Может, прикуплю здесь еще мощности, что, скорее всего, еще доведу до 700, может, до 800 мощностей. В общем, пока поставил биткоины. В следующих обзорах, ну, соответственно, будем демонстрировать это все. Так что, друзья, все, проект платит на этом. Больше добавить нечего. Вот транзакция 21.31. Как-то так, да? Ну, написано, не знаю, почему так по времени написала. Ну, 21.32 я заметил. То есть, пришла она немножко раньше. Заказывал я в 21.24. Ну, грубо говоря, практически инстантом. Все, друзья, на этом. В принципе, добавить больше нечего. Пробуйте, регистрируйтесь, да, хотите заработать, вкладывайте. Сами знаете, в таких проектах нужно входить именно на старт. Если немножко замешкаться на неделю, на две, ну, я думаю, там дальше уже и не стоит пробовать. В общем, сейчас самый такой период, это вот от одного дня, соответственно, ну, до недели. До недели, я думаю, еще в такие проекты можно будет входить. На этом все, друзья. Понравился обзор, ставим лайки, подписываемся на канал. Добавляемся в группу ВКонтакте. Ну и заходите на мой сайт изредка. Там кое-чего поменялось. Все, друзья. Удачи, до скорого. Больших побед и профитов.